На форуме «Открытые инновации» представлен исследовательский проект «Одиссея». Новая площадка – это серия технологических конкурсов, главная цель которых – поиск инновационных решений социальных проблем. Первый конкурс «Одиссея» направлен на разработку поисково-спасательных технологий нового поколения. Общий призовой фонд составляет 75 миллионов рублей. Около трети из этих средств пойдет на грантовое финансирование для разработки прототипов. Реализует проект благотворительный фонд «АФК-система». «Одиссея» для нас – это такая попытка объединить технологическое сообщество, благотворительное сообщество, чтобы мы совместно поработали над теми проблемами, которые сегодня есть в обществе. Участникам конкурса необходимо создать технологию, которая позволит найти человека в лесном массиве площадью 10 квадратных километров при любых погодных условиях. При этом время поиска не должно превышать 10 часов. Финальное испытание пройдет в ноябре 2019 года. Вы можете вместе со своими единомышленниками подать идею, получить доступ к исследованию, обкатать свою идею, посмотреть, насколько она реально реализуема практически, после чего создать уже продукт при помощи наших экспертов, менторов, и дальше уже на настоящем лесном полигоне, в условиях, приближенных к реальным, показать в рамках соревнования большого, что то, что вы придумали, ищет людей лучше всего.